В детстве все мечтают быть космонавтами, водителями, работать на булочной фабрике. Разные мечты у детей бывают. Если я вспоминаю себя в детстве, то вижу, что во многих случаях я как бы уже вел себя к тому, чтобы стать юристом. Например, в детском саде я помню один случай, хотя мне было там 5 лет. Мы зашли в комнату, и там стояли на шкафу игрушки. И воспитатели, когда я хотел взять одну игрушку, запретили мне играть с этой игрушкой, и я начал возмущаться. Меня за это поставили в угол, и я очень возмутился, пожаловался родителям, они пожаловались руководству. В общем, я уже с детства, грубо говоря, качал права, да? Ну, у меня есть такое ощущение, что если у меня есть какой-то вызов, который меня возмущает, какое-то обстоятельство, да, тогда я занимаюсь этим делом, может быть, утроенной энергией. Да? То есть не важно, что люди вокруг тебя думают, важно, действительно ли ты считаешь правильным то, что ты делаешь. Я, Амангельды Шорманбаев, занимаюсь правозащитной деятельностью.